А вот если возвращаться все-таки к Рюрику, да, а? А вот на тот момент, вот что из себя представлял мир славянский и что представлял из себя мир варяжский, э, нормандский? Вот могли бы вы сравнить эти две культуры, их э, самодостаточность, их, их ценность, их агрессивность, либо наоборот созидательность? Вот оцените. А, дело в том, что в, варяги, понятие варяги, это не, не относится ни к одной национальности. Это, это не национальность, это профессия. Это профессия. Новгородские ушкуйники – это тоже варяги. Новгородские ушкуйники значит, громили курганы на территории Сибири еще в xii 13 веке, когда Ермак еще, естественно, не родился, Значит, и никто Сибирь еще не захватывал, не покорял, ничего с Сибирью не делал. В это время новгородские ушкуйники, сделав себе базу в Вятке, значит, на Вятке, город Хлынов, так называемый нынешний Киров, да, значит, оттуда ходили реками, ходили в Сибирь. Причем переваливали через Пермский край, переваливали Урал и ходили в Сибирь. Ходили в Сибирь конкретно, значит, ну, грабили, естественно, там местные народишки, значит, и больше всего копали курганы, скифские курганы, которые потом академик Окладников после них уже начинал раскопки. Поэтому, значит, вот в то время варяг – это человек, занимающийся разбойным промыслом. Это, ну, образ жизни был такой. Это просто один землю пашет, другой там на охот ходит, а третий ходит разбойничать, полевой командир такой, значит. Вот. И варяжские дружины были, в том числе и славянские, и сколько угодно их было. Вот я на примере новгородских ушкуйников. Их просто ушкуйниками называли, но это это от, от лодки, ушкуй, лодка такая, значит, на которых они плавали. Они ее легко перетаскивали с реки на реку, значит, поэтому их ушкуйниками называли. Это те же самые варяги. Способ, способ ведения боя, способ ведения вот этих разбойничьих набегов один в один. Значит, что касается Рюрика, это особая статья. Его можно бы и назвать варягом. варягами кстати называли еще и те племена, которые жили на островах. Они же поскольку Рюрик со своим родом жили на острове рюгин, как говорят нам источники, они была некая самоизоляция. вот как раз мы говорили о самоизоляции. Когда на Руси произошел скандал, скажем так, Скандал в основном из-за того, что некому не стало править, не, не стало светоносного князя. Дело в том, что все передрались и переспорились из-за власти. Было иное понимание власти в то время. Вот я могу рассказать представление, допустим, 9 века, 9-10 века, что такое власть. Значит, ну, э -э власть, как известно, ла – это семя, значит, ст это столб, это э растущее, прорастающее семя – это стебель. То, что, что растет, э -э, обладающий властью не властвовать должен, а, э -э, значит, растить вот этот стебель, сращивать на -э народы, племена, роды, держать их в одном древе, на одном древе держать все эти роды. Вот задача властителя, взращивание, взращивание, по сути народа. Ведь Рюрик Рюрика позвали каким образом вот там же в летописях: приходите и владейте нами, да? Слово не господствуйте над нами, не царствуйте над нами, а владейте, то есть владение – это создание лада между племенными, родовыми вождями и князьями. Создание лада. Власть подразумевалась в том смысле, что светлейший князь, почему он светлейший? Да потому что он единственный может владеть, не царствовать, а владеть. Все остальные в это время на Руси хотели царствовать уже они уже были готовы значит возглавить но надо отдать должное тем кто призывал э, рюрика видимо это был какой-то вечевой съезд типа великого собора значит потому что летописи ведь не говорят об, о том где кто и когда определил что надо поехать туда значит там и призвать там значит по крайней мере колхозного собрания не наблюдается в этом случае. Другое дело, что, как говорят летописи, что позвали, потому что знали о их самоизоляции, о том, что Рюрик не замечен, не участвовал ни в каких междуусобных распрях, что он как третейский судья, он как человек, способный объединить. Причем позвали с родом своим, значит, то есть он род пришел княжить. Почему он рассадил и братьев своих, значит, там вот на Городищенском озере, значит, и второго на Белом озере посадил братьев. Значит, он посадил их там, в этих сакральных точках, откуда можно управлять вот этой огромной землей. Земля на самом деле в то время была огромная. Это не осознавалось арабскими путешественниками, по свидетельствам которых мы сегодня судим как бы о том, какое состояние бы, в каком состоянии Русь была, арабские путешественники просто не понимали, в какую страну они попали. И какие ее размеры, докуда, докуда она простирается. И еще Гераду вот писал, что она где-то до Арапейских гор, и куда ни не везде скифы, и скифы, и скифы. скифы Александр Македонский пришел, значит, обошел полмира, пришел в Сагдиану, а там скифы. И говорят на том же языке, на котором говорит сам македонский. Вот, потрясающе. Македонский, значит, не, не пользовался переводчиками. Он понимал, пройдя полмира, понимал, о чем говорят, <laughs> то есть сам, будучи славянином, значит, понимал, о чем говорят скифы, которые живут на Синем озере, на Синем море. Значит, это Аральское море, так, так, так называлось. Значит, то есть э, это фантастика, он, он сам был поражен этому, он взял в жены себе там Роксану, которая, с которой общался не через переводчика, а напрямую, как бы они понимали друг друга, то есть э, в том, что Рюрик э, пришел, э, значит, э, имея культуру и э, э, все исходные, скажем так, этнические исходные данные, того основного славянского массива, который заселял эту землю, это бесспорно. Рюрик славянин. Рюрик славянин, разумеется. Он, он варяг по профессии, но он славянин по крови, это естественно. Почему стала называться «Русская земля»? Просто с этих пор, как говорит летопись, стала называться «Русская земля». Значит, ведь до прихода Рюрика значит, говорили же на этом языке. Значит, Рюрик же не, не пользовался переводчиками. Его, его все понимали, и он всех понимал. Культура была одна и та же, воинская культура одна и та же. Другого бы, вот будь это, вот шведа, я сомневаюсь, что шведа бы позвали, потому что... В то время к 9-10 веку шведы уже огерманились, они уже были далековато от этого вот мира славянского, они отдалились сильно, потому что это, кстати, шведские хроники: это в шведских хрониках есть о том, что значит близость славянского и свийского народа э, о близости говорили. То есть э, взяли как раз э, наименьшее, значит, э, наимпо, шли по пути наименьшего сопротивления, пригласили владеть, то есть э, влади деять, э, значит, че, э, княжеский род, который сохранился первозданным, таким, скажем, э, с таким э, доледниковым мышлением, таким, значит, с доледниковыми нравами. Вот, которого все будут слушать старобрядцы эдакие. эдакие старобрядцы Вот как, как ушедшие когда-то из московской губернии в Сибирь И сохранившие, кстати, потрясающе Сохранившие ста древние боярские роды это, это удивительно Если уж призывать царя, только надо искать его в это, Там, кстати, там Рюриковичи есть до сих пор Я сам встречал Рюриковичей живых и свиньины есть, значит, есть ртищевые есть, значит, среди них фамилия распространена. Вот. И у них самое интересное, самое интересное, что у них есть грамоты с печатями, вот такие, значит, свитки толстые, с деревянными блямбами, в котором написано, что он ртищев, значит, род ртищевых, значит, бояр, там которую и вся родословная описана, что им отписываются земли там-то, 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 это на европейской части. Это они в Сибирь увезли с собой. Потрясающе. Скажите, а вот а они, о символике. символики? Ведь же, вот, насколько я знаю, что сокол, это славянский такой. Общий да, конечно. Гер, а вот ворон, это же символ викингов, да? Нет, наверное, нет. Все-таки вот, э, э, вот, кстати, момент э, о сим, символике. Значит, скорее всего, род э, Рюрика принадлежал к скалотам. К скалотам, э, значит, потому что они носили колок, лок волос на, э, значит, на оселедец, так называемый, э, значит, э, чуб. Значит, никто в то время на Руси его не носил, а носили, носили скалоты, поскольку это была такая жреческая каста славян, естественно, они были славяне, скалотов еще Геродот описывает, это как бы общеизвестные, они тоже никуда, ниоткуда, они в Причерноморье жили, вот, и распространились по всему Причерноморью сколоты. Скорее всего, вот как раз запорожские казаки, которые унаследовали вот этот символ оселедец, значит, и Серьгу в Ухе, как Святослав Игоревич, значит, он, тоже, он тоже был с чубом и с Серьгой Вухи, как старший в роду. То есть, вот линия Рюрика, она, э, по сути, вот э, заканчивается на Святославии. Ведь Владимир уже не соблюдал никаких э, обычаев, э, тех древних рюриковских, скажем так, обычаев. Ну, он то смотрел то в одну сторону, то в другую. Он... То, то То от, отменял, то выставлял свой пантеон Перуна, значит, то сам его топил, то христианство принимал. То есть, началось метание между Византией. Как бы между, скажем так, греками, немцами <laughs> и так далее. То есть он был человек неуверенный в себе, Владимир, ну, святой, да. Значит, так вот, символики: вот сокол. этот сокол, значит, сокол дело в том, что сокол это древний символ славянский. Значит, но ворон, ворон – это тоже славянский символ. Ворон – это э, переносчик душ. Если сокол – это охотник, это истребитель, это нападающий, значит, то ворон – переносчик душ с земли э, под, на, на ту сторону мира, на тот свет. Ворона, почему э, в песенной культуре, Черный ворон сохранилась, друг ты мой э, 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 и так далее. Как погребальная, птица. как погребальная птица, переносчик душ. И почему э, ворон, а, э, видимо, э, традиция это пошла с того, от того, что ворон выклевывает мертвым глаза. Говорят, ворон закрыл глаза мертвым. Он выклевал очи им. Ворон ворону... Глаз не выклюнет, да. Ворон, Но ну это тоже это пословица, да. Он выклевывает глаза мертвецам. Закрывает глаза, потому что закрывает глаза, а считалось, что если глаза закрыл, то душа отделилась. И пока... Почему закрывают глаза мертвым? Пока душа... глаза не закрыты, душа еще видит. Закрыли глаза, душа отделилась. Поэтому ворон, это. Вот, кстати, это птица, которая объединяет, опять же, объединяющий, объединяющий символ. А вот чьим, вот если понятно, что сокол был символом славян, Рюрика, да, то да. ворон был, чей, чей был как бы ну, не государственный, но чей кастовый знак был. Ну, скорее он был общий, таким общеславянским и общее европейским, скажем так. Вот та группа европейских народов, которая заселяла в то время Европу, значит, схожесть, вот я говорил о схожести орнаментов, о схожести символов, вот это тоже общий символ, один общий символ. Потому что это я сужу, кстати, по тому же фольклору, значит, по, особенно по... Орнаментом менее в орнаментах, более в песенной культуре. Где ворон боготворится, и ворона нельзя убивать. Это как нельзя там сокола убивать, да, и как так нельзя и ворона убивать. Ворону можно, ворона нельзя. Ну, то есть, ворон это не не, отриц... не что-то такое отрицательное. Нет, не отрицательное. Это наоборот положительно, это, это э, трагично, но приемлемо, что называется. Кому-то надо переносить души. Значит, это э, в русской культуре, кстати, в славянской культуре есть образ карны. Вот в слове о полку Игореве, который упоминается, карна и желе, да? Карна – это валькирия. Это валькирия, которая уводит с поля брани храбрецов, павших на, на поле брани, да? Карна, значит, и карканье ворона. Это э, с, не случайное созвучие. Карна ⁇ это э, а, буквально остриженная женщина. Дело в том, что Карна ⁇ это э, похоронщица, плакальщица. Это та самая э, символ, наверное, возможно, я предполагаю так только, возможно, Карна, знак Карны был как раз ворон, который... Почему она и называется так? Значит, карна переносила, тоже уводила в подземное царство, как Валькирия. То есть там э, Валькирия, кстати, она очень хорошо переводится со славянского. вал э, Вал это возврат. Значит, э, ар, ар земля, возвращение к земле. Э, точно так же, как слово карнавал, наше русское слово карнавал. Э, обращение к земле, карна уводит, э, поворачивает к земле. Карнавал отсюда. Это один из праздников древних славянских. Праздников ⁇ это русское слово, карнавал. Нам всем кажется, что это не русское. Это русское слово.